Всем доброго времени суток. Вот такая новинка пришла к нам в ТТУ из первого депо. Первый откапиталенный ЕМЗ Т1. С новым окрасом. Заглянем внутрь. Да. Панель, конечно, не поменяли. Все остальное тоже. Выглядит по-старому. Покрасили тоже так себе. Зато установили новые двери. Прям как из Trollsy Optima. Правда, вот поменяли обшивку в салоне. С борта. Линолеум. Сидушки только ставили старые. Поручни старые. Вот как выглядят эти новые двери. В принципе, ничего. Естественно, поручни старые ставили. Мне нравится, как они тут решили со Шкоды скопировать гармошку. Вот эта кантовка, это на 15TR такие стоят. На МЗ таких раньше не было. Красиво. Единственная проблема — люки, конечно. Они остались тоже старые. Этот вроде бы не затекает, а вот на переднем есть щель. Будет заливать. Естественно, трафареты установили. Правда, боковой только один и на самом переднем стекле. Что довольно странно. Новый узел сочленения. Хоть задувать не будет теперь. И в дождь не зальет. Не то, что на других кирпичах. Не могли бы хотя бы, вот, например, поставить его на второе стекло, а еще лучше на третье, если уж оно дно. Не знаю, что так сделали. Вот примерно такая машина. А, кстати, за люк хотел показать. Вон щель. Заливать будет прекрасно, а зимой будет идти снег. Ничего, сойдет. Забыл рассказать про одну фишку этой машины. Это освещение. Да, спереди оно новое. Светодиодное, красивое. А вот в прицепе лампы накаливания. Как-то вообще неказисто это все выглядит. Спереди нормально, а здесь накалки. Экономия. Ну хоть по две лампочки вставили, и то хорошо. Не по одной. И не через одну. В общем, вот такая машина. Свои впечатления можете оставить в комментариях под этим видео. Если хотите большего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.